Семян, конечно, какие хочешь. Я все мечтала о даче, но теперь, конечно, я понимаю, что дачи у меня не будет никогда. Хоть и говорят, что никогда не говори никогда, но до меня наконец-таки дошло, что дача – это, конечно, не мой вариант. Нема золотого запасу на нее. Чего только нет. Ой, красота какая. Ой, да, счастливые люди, кто на своей земле живет, кто все может это себе позволить вырастить. На своих участках, на своих клумбах, а не в горшочках 0,5 литров. Так, ряды огурцов, ряды зелени, ряды помидор, ряды цветов, каких только, я даже таких названий не знаю. Что-то такое, прелесть какая-то. Венидиум. Ой, батюшки святые, я таких и не видела никогда. Конечно, сейчас не сезон, товара очень мало. Ой, это все петунья, что ли? А, дурман какой-то. Ничего себе. Так, здесь у нас в уголку комнатные. Сейчас посмотрим с вами, что есть. Бутилоны, кто из вас девочки любит, ну недорого. Спарагусы, орхидейное дерево, что это такое? Ничего себе. Сейчас дойдем туда. Синие. Ой, такой большой выбор. Еще внизу потом посмотрим. Роза адмирала. Что это такое, даже название не знаю. Что себе. Легенда. Только по цене что? Так, ну вот 26 рублей. О, пеларгошек сколько много. А каких только нет. Плющелицная пельная. Ой, пеларгонии сколько много, ничего себе. Вот это да. Ой, Лаксини, каких только нету. Жаклин. Жозефина. Импрески у меня такая есть. Ред. Такой не было у меня. Пикати, пикати, пикати. Импресс. Такой красивый какая. Вайт. Чернила. Ликование какое-то. Ну да, желтое горло. Красивое, конечно.
Так что-то я махровых совсем не вижу. Сейчас посмотрим. Что, махровых-то нет, что ли, вообще? Да, похоже, махровых. Если в прошлый раз мы с вами я тут набрала махровых, то в этот раз что-то я даже не вижу их. Жалко. Вот это нет. Так, кактусы есть. Ну, кактусы мои приказали долго жить. Помощница моя просто взяла и сварила, свалила коробочку. Потом разнесла ее по всей комнате. Я не видела. Вот такой классный. 14 рублей всего. Так. Какая классная штука. Такую взять, что ли? Даже инжир можно выращивать. 12 рублей. Интересно. Да, я рассчитывала, конечно, что будут махровые хоть что-то из глоксини, но нету. Бегонии, бегонии, бегонии. Даже бананчик есть. Ой, ну вот, слепошары это, вот они. Так, так это значит брокейт F. 40 рублей, сколько там семян? 10 штучек. Так, потом красная. 40 рублей. Фиолетовая. Тоже 40 рублей. Так, ну и все вроде бы. Да, ничего интересного нет. Это я не буду покупать. Такие простые. Конечно, семена, семена, семена. И капуста, и морковка. Все, люди уже приезжают, закупаются, потому что в сезон тут такими телегами вывозят полными. Так, огурцы ряд, не будем там мешать людям. Тут огромное количество помидорок. Я одно время пыталась, выращивала на окошках какие-то такие, не именно эти, какие-то малепуськи совсем выращивала. Батюшки, тут для меня помидор, он и есть помидор. Но тут же сотни, наверное. И с этой стороны обалдеть. Да. Счастливы вы, девчонки, кто живете в своих домах, у кого есть дачи. Работы, конечно, море, но вы имеете возможность все это выращивать, конечно. Только хочешь цвета и размера, ну и вкуса, наверное. Да. Ой, а баклажанов-то, батюшки, целые ряды. Ой, патиссошки, помню, бабули, бабушки Машин дома выращивали. А, и у мамочки на дачах тоже с папой выращивали патиссончики. Да. Вкуснота, красота. Такое. Думаю, взять тыков, что ли, у себя за окошком. Нет, не хочу ничего за окошком. Тем более будут стоять кедры. Так, ну все, вот так вот мы с вами пробежались. По семенам. Вон даже грибочки, какие хочешь, можно вырастить на своем участке. Ну, сейчас будем спускаться на первый этаж. Арбузики. Все, пойдемте на первый этаж.